На работу пешком или на общественном транспорте. Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В честь праздника автовладельцам предлагают отказаться от использования личного автотранспорта, чтобы напомнить о проблеме высокого уровня загрязнения окружающей среды. К международной акции присоединились военнослужащие Владимирского гарнизона. Они не сели сегодня за руль. И даже служебный транспорт использовали по минимуму. Оставили только технику для боевых дежурств. В честь Всемирного дня без автомобиля более 50% воинских частей Владимирского гарнизона приняли участие в викторинах. Их провели инспекторы 46-й военной автомобильной инспекции. На вопросы об истоках праздника и истории автомобилестроения ответили около 500 человек личного состава частей и гарнизона. Лучших поощрили призами.